Сегодня утром, по данным очевидцев, примерно в 9:45 на Курортном проспекте при движении в сторону Горького у Черного внедорожника на ходу открылся багажник, из которого выпали двое маленьких детей. К счастью, водитель, идущий следом белой приоры, успел вовремя затормозить. Горе-родительница, спохватившись, стала задом возвращаться по улице Горького к месту ЧП. Как стало известно, один из детей получил легкие травмы и будет лечиться дома. А причиной ДТП стало желание детей проехаться в багажнике и необъяснимо лояльная реакция на это со стороны матери.